Приветствую, друзья. Мы с Викторией обсуждали сейчас, как люди вот молятся, а как надо настроиться, чтобы правильно молиться. Дело в том, что вы, может быть, лучше меня знаете, как молиться. Но правильно молиться, это правильно настроиться. Это нужно, чтобы во время молитвы быть абсолютно искренним. Для этого нужно освободиться от суеты и всего мирского, от страха и кумиров, шаблонов мышления, хаоса в голове, с безмятежностью в душе. Освободиться от всего мирского, забот ежедневных, от привязанности тела, принять обстоятельства, которые не изменить, освободиться от желаний, которые часто не являются истинными желаниями нашей души. И в этом состоянии молитва будет совсем другая. А для того, чтобы так освободиться от всего лишнего, от хаоса в голове и получить безмятежность в душе, этот контакт с вечностью, для этого и нужно использовать разгрузку, приемы ключа, которые снимают нервно-мышечные зажимы, или, например, ключевую волну, переживать, соединяя переживания с гармоничными колебаниями, которые для вас самые простые, комфортные в это время переживать, и получается, как мама ребенка качает, и организм сам настраивается на эту гармонию. Напряжение лишнее падает, вы выходите на состояние внутренней свободы. Вот это настройка к молитве. И тогда вы получаете от молитвы то, что и должны получить. До встречи, друзья.